Ребята, привет! Сегодня выходной, у нас сегодня спа-день. Мы выехали немножко попозже. И в спа мы ездим в Старосел, это как бы не ново, да, для вас. И я снимала фильмы про Старосел, у меня есть это видео на канале. Дело в том, что в Староселе есть два спа. Один большой спа, тот, который вы видели на канале. А сегодня мы поехали в более меньшее спа. И здесь более тише и больше как-то простора, потому что людей меньше. И я вам сегодня покажу, что тут. И скажу, что вход сюда стоит 40 лева. За 40 лева вы получаете ключи от локера и полотенце. Халаты стоят еще 5 лева на человека. Мне вообще нравится Старосел. Это недалеко от нашего дома. А виды тут просто шикарные. Сейчас я вам покажу. Не знаю, видно ли вам горы. Спа. Сауна в форме бочки. Ресторан. И посмотрите, какая площадка шикарная. Тут такая дорожка, по которой можно пройтись. Какая шикарная роза, посмотрите. И это тоже. И вот виноградные лозы. Так как это Старосел, тут есть большая винарня, и они производят свои вина. Поэтому тут, в принципе, есть экскурсии по винодельне. И есть процедуры из вина, из жмыха от вина. Бочки, которые я вам показывала. Смотрите, какая прелесть. Какие лозы. Шикарно. Мы едем сюда на машине. И я не знаю, ли есть, скорее всего, есть сюда общественный транспорт, наверное, автобусы, может быть, даже поезд где-то тут останавливается. Я, честно говоря, не видела автобусы, но, может быть, просто потому, что выходной или что-то. Но тут очень классное место. Конечно, вся водичка, она минеральная. Сейчас я вам покажу таблицу. Вот здесь написан весь состав всей термальной водички. И от каких болезней она лечит. Кстати, тут вода немножко другая, нежели чем мы в том спа. В ней больше чувствуется сероводород и вот этот вот душок сероводорода. Давайте я вам покажу, что есть внутри. Это ресепшн. И тут раздевалка. Дальше у нас есть... такая релакс-зона. Комната отдыха. Комната для процедур, для массажа. Здесь написано о пользе минеральной водички. Сейчас наберу, попью, неудобно держать камеру и пить. Вот, посмотрите, какая массажная комната. Тут есть ванна для вина, которую наполняют те, кто заказывает такую процедуру.
Дальше мы идем. Это сауна. Мокрая. Давайте посмотрим. О, шикарно. Посмотрите, какой шикарный. Парная. О, шикарно. Так, у меня запотела камера. Нет, не видно. Шикарно. Как будто вы сидите в какой-то пещере, камера потеет, не могу снять. Так, есть еще вот такая парная. Есть еще хамам, но тут, видите, делают какую-то процедуру. Тут душевые. И мы заходим в прекрасный бассейн. Бассейн — это одна температура, это 32 градуса. Этот бассейн 36 градусов. Еще есть бассейн на улице. Тут сауна. Посмотрим. Такая клевая, кстати. Очень клево. Пойдем дальше. Ну вот, вот такое спа у нас в Тараселе. Это маленькое спа, я еще раз вам напомню. Единственное неудобство здесь то, что раздевалка в одном месте, локеры в другом месте, а душевая в третьем месте. Возьмите это в расчет, если вы сюда поедете. А мы зашли в ресторан, и тут вот гуляют такие шикарные птицы. Мы заказали салат здоровья. И еще салаты с помидорами и с баклажанами. Ну, такое все. Что еще принесли? Снизки, ребята. О, супер! Салат невкусный. Мне невкусно вообще. В том спа, в большом который, там ресторан при гостинице. Это как бы тоже гостиница и тоже отдельный ресторан, но там намного вкуснее. Ну, то есть непонятно, что это. Перловка. Но, наверное, должно быть или бургуль, или киноа. А тут типа перловка залита каким-то, какой-то массой. В общем. Но это не портит нам настроение, потому что мы зарядили здоровьем и готовы к трудовой неделе, к труду и обороне. А на этом все. Я желаю вам прекрасной недели. Пока-пока.